Верной дорогой идете, товарищи. Ребята, вот по этой улице мы приближаемся постепенно к одной из главнейших еврейских святынь западной стены, Котель Амареди. Храм, который построил Соломон, вот остатки этой стены, которую храм разрушили римляне, и вот остатки этой стены – это западная стена, стена храма. Перед кипом, пожалуйста, ибо к стене плача нужно подходить как положено иудею. Я тебя снимаю. И вот обряд нужно выполнить. Мы положим записочку Богу. Хотел спросить, как ощущения? Как всегда. Состояние, Леночка, возвышенное. Состояние удовлетворительное. В смысле, состояние удовлетворяет. Да, вот это карга, это пласты древних цивилизаций. Тысячелетние. Безусловно, здесь и римская, здесь империя, и Османская империя. И времена нашествия крестоносцев. Ну, конечно, римляне внесли такую лепту более. Потому что римляне здесь были достаточно много. Обращаю ваш взор на город Давида, куда мы сейчас поднимемся. Ну, я сначала сказал, а после подумал. А дверь-то сегодня закрыта. У Давида сегодня неприемный день. А вот там во дворе есть такой фонтанчик. Вот два фонтана есть, только этот действующий фонтан. Я не знаю, почему ворота закрыты. А сегодня у Давида приехали. Ну что, мы недалеко от Сионских ворот. Мы приближаемся к храму Давида. Древнейший храм Иерусалима. Предполагаемое место захоронения Давида. Вот здесь. Вот здесь еще есть такой проход, если не ошибаюсь.
Незаметно наступил вечер. Мы уже за пределами стены старого города. Вот они, оливковые деревья, знаменитые оливки иерусалимские. А вот за этой трассой уже открывается панорама более нового города и известная мельница Монтефьори. Да. Мельница Монтефьори, вот она. Древний и современный Иерусалим.